Около 1500 человек в Мариэл станут общественными наблюдателями, которые будут следить за ходом голосования и соблюдением законодательства на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Обучающие семинары начались в январе, их ведут тренеры-преподаватели от Общественной палаты республики. Всегда был интерес к выборам со стороны граждан. Сейчас мы наблюдаем повышенный интерес молодежи к выборному процессу. Ежедневно сотни людей проходят наше обучение общественных наблюдателей. Хочу сказать, что все люди очень замотивированы и активно участвуют в обсуждении всех ситуаций, которые могут произойти на выборах. Наши наблюдатели, они независимы, поэтому доверие со стороны граждан очень высок таким людям. И мы ответственны за то, чтобы дать полную базу и понимание, как себя вести на выборах, возможные нарушения. И это очень важный процесс, поскольку наши наблюдатели будут ответственны за то, чтобы выборы прошли честно, законно, чтобы соблюдались права граждан. И я считаю, что мы делаем очень большое дело. В Йошкар-Оле обучение проходит на базе Марийского государственного университета. Длится оно в течение дня. Во время занятий общественники изучают основы законодательства, в игровой форме решают практические задания, оценивают ситуации, которые могут произойти на избирательных участках. Будущим наблюдателям подробно объясняют права и задачи наблюдателей, подчеркивая важность объективности и честности в их работе. У нас ежедневно проходит обучение. Новые люди приходят на каждый день обучения. С утра до вечера мы обучаем, проводим тесты, смотрим уровень знаний наших наблюдателей, как они усвоили материал. И уже по итогам выбираем самых лучших, кто усвоил материал хорошо и сможет работать. Ежедневно разное количество наблюдателей приходит на обучение. 100 человек бывает приходит, бывает 50, 60, 70, где-то 100 плюс-минус. У нас входит. Обучение кандидатов в наблюдатели в течение месяца проходит практически в каждом районе. Стать независимым общественным наблюдателем могут активные, инициативные жители Мариэл, достигшие возраста 18 лет. По итогам обучения будет проведено тестирование, и только те, кто покажет хорошие результаты, будут допущены к работе на выборах. В дни голосования 15, 16 и 17 марта общественные наблюдатели будут находиться на всех избирательных участках республики.